Сейчас очень много можно встретить на улице различных поделок из бросового материала. Вот и сегодня я хочу вам показать и познакомить вас с Лидией Карпович. Она из обычных полиэтиленовых пакетов делает поделки для своего участка. Основой для всех ее поделок служат пластиковые бутылки. Из их частей собирается каркас. Затем она делает из полиэтиленовых пакетов полосочки-махрушки, и ими обклеивается каркас на клей ПВА. Вы только посмотрите, какого симпатичного мишку она сделала из обычных полиэтиленовых пакетов. А белочка? Но не только мишку и белочку сделала Лидия. Также она сделала очень симпатичную сову. А посмотрите, какие милые у нее получились кошечки. Но это еще не все. Также Лидия делает поделки из пластиковых бутылок. Посмотрите, какие милые получились матрешки. А глядя на крокодила Гену и Чебурашку, так и хочется запеть песню. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Если вам тоже нравится украшать свой дом, сад, участок, но нет на это больших средств, то хочу пригласить вас на свой сайт «Как сделать свой дом и сад красивым», где вы найдете много интересной для вас и полезной информации.